Отделение полиции Бабинского района. Здравствуйте. У меня муж пропал. Адрес назовите, пожалуйста. Адрес? Да, адрес назовите. Бесова, Лесная, 34. А он ушел в 33-й дом. Как долго его нет? Около 6 часов где-то. Вы уверены, что он в доме? Да точно. На крыльце стоят его сапоги. Заебали меня эти колхозники вонючие. Что говорит? Да ну и нахуй. Блять, поехали. Давай. Блять, обтурил какой-то пиздец. Просто, блядь. Я ж такой, сука, не просыхал бы, наверное. Ну поехали. Забухал ее дед с Саной, спят походу. Хочешь сюда еще раз приезжать? Позвони же. Блин, ну поехали по деревне прокатимся. И на базу. Че, 415, слушаю. Проверяем. Давай себе быстрее, женщину сам звонил. Принят. Полиция, откройте! Дома есть кто? Открывайте, полиция! Ну что, заходи, бля. Кто из вас Пархоменко? Эй, ты повернись сюда, покажи руки.
Ты что, глухой? Я тебе говорю, повернулся и показал руки. Повернись, блядь, и покажи руки! Возвращаемся на базу.